Привет, рыбаки, рыбачки, маньяки и маньячки. Сегодня у нас 30 декабря 2020 года. Сколько там? 8 часов вечера. С Серегой сегодня. Всем привет. Выбрались на 5 на водохранилище, на судака. Поставим 10 жерлиц и будем ходить с балансирами, развлекаться, греться. Жерлицы буду ставить, 5 поставлю своих, универсальных для течения. И 5 поставлю обыкновенных. Посмотрим, какие лучше сработают. А также буду пробовать воблера, тонущие, вибы. Ну и все остальное. Ну что, поехали сверлиться, смотреть. Нашил на флажки такие светоотражающие. Не нашил даже, вот степлером. Заберем. Все у меня тут готово. Все помечено, отмечено. Красная с черным — это обычная жерлица. Все снимать, конечно, не буду. Сейчас покажу две, как я их заставлю. Все это дело делаю. Все знают, конечно, как это все дело делается. Люди все опытные. Особо интересного тут, как говорится, ничего нету. Холодно сегодня. У нас минус 3 и дождь срывается целый день сегодня. Короче, обледеневает все. Что у меня здесь? Здесь у меня груз. Демпферный ограничитель могу удлинить, укоротить поводок. Ну и поводок дорого и богато. Свертлюжком. И свертлюжком, и с американкой, и с поводком. И французский вот такой двойничок стоит. Отцепляем двойничок. Тут, как говорится, и пискаря не было. Сегодня привезли только к вечеру. Разбирают. А пискарь какой здоровый, блядь. Сам бы сожрал его. Такого здорового, жирного. Ну, какой красавчик. Ветер, холодно. Так, что мы делаем? Мы ему... Ну, открывай рот. Да что ты? Блин. Руки замерзли сразу, мгновенно. Скажи, давай. Где ты там? Чё? Да. Вот она. Опа. Есть, да? Блин. Да, холодно. Открой ротик. Помучаем немножко рыбку. Ну, открой ротик. О. Открой ротик. Молодец. Ты получишь огурец. Вот, вылезло все. Ну, да. Блядь. Хватай ее. О. Стегну его сразу. На холоде, конечно. Но это самая эффективная оснастка. Кто-то из вас скажет, что это долго. Зацепил. Зацепил его за спину и все. А я скажу вам, что нет, вы ошибаетесь. А вот так он будет жить долго. Долго и счастливо. Так, у нас здесь полметра. Сейчас найдем все. Еще ветер. Он не подох? Нет. Он не подох. Он так долго будет жить.
Да, большая выдра. Да, тут около 12 или 15 метров. Резки хватит? Хватит, конечно. Хватило лески. Хватило лески. Ставим и подматываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь оборотиков. Блин. Все, первое у нас стоит, а? Не, не надо, воды тут нету. Сейчас пойдем вторую ставить. Сейчас поставим мою жерлицу. Там вообще не надо ничего замерять. Это у нас будет черное для течения. Прицепили грузик и, в принципе, все готово. Остальное все то же самое. Это, конечно, дороговато, как многие там пишут. Ребята, я с ними согласен, да? Волокиты много. У нас вот так, отмеряем чуть повыше. Вот так, на дном у нас плавать. Все дела. Сейчас зарядим пискаря. Да что ты. Жирненького. Жирненького. Крючок. Все, остальное то же самое. Дело каждого, но так рыба у меня живет очень долго. Есть свои нюансы, конечно. С попаданием. Можно было и с той стороны, у кого тройники стоят, но я люблю на двойники. Сейчас попадем и будет. Да что, да он снега нажрался. Ну что ты. О! Нет. О! Все готово. Просто надо приноровиться. И тупо опустили. Крючок вот сам заскакивает к нему в пасть. Опа. И все пошло. Перехлестнулось. Да, метров 15. Все.
не надо ничего вымерять. Опа, и готово. Все, мы пошли дальше, если что будет, включим. Так, опять у нас дождь пошел. Поставили 10 жерлиц. Сейчас буримся. Будем искать судака. Начну с ратлинов. С балансиров. Нам главное его найти. Поставим рапал для начала. В таком вот голубеньком цвете. Поищем, будет ли он активный. Что-то народу сегодня немного. И никто руками еще не махал. Все бурятся, бегают, сверлятся. Сейчас попробуем все. Поискать жерлиц. Жирных поставили. Сейчас посмотрим, что тут у нас с лунками. Это все старые лунки. Все старые лунки. О, даже трещина тут есть. Трещина даже сегодня есть. Сейчас буду сверлиться и пробовать. Если что будет, включусь. Серега ловит на балансира, я ловлю на воблера. На балансира нет тоже поклевки. Ни на что. Жерлицы тоже молчат, стоят. Уже 2 часа как установили. Народ потихоньку расходится. Осталось 6 человек. Ну и нас 2, 8. На воблеры проводка, делаю резкий один взмах, а потом маленький, он там танцует, паузу делаю, он повисает, еще маленьких пару рывочков таких, он опять там танцует. Нет поклевки, еще сделаю взмах, он осыпается. Пауза. Ну, чтоб он пескаря не жрал, это значит, он совсем пассивный. Ну, вот на воблеры как раз игра для пассивного судака и окуня. Пока ничего нету. Посидим дальше, еще посмотрим. Время есть. Дождь перестал идти. Подул ветер еще сильнее. Холодно. Будем рыбачить дальше. Что, 2,5 часа прошло. Все жерлицы молчат. Ни одного подъема, ничего. Ни срыва. Абсолютно. Народ весь разошелся почти. Мы здесь остались с Серегой вдвоем. Ну и там он вдалеке еще 4 человека. Бегаем, сверлимся, пока глушняк. Ветерок, фу, и морозик. Я вам скажу, очень зябко, влажность большая. Одно радует, завтра Новый год. Что он нам принесет, одному Богу известно. Ну, будем надеяться на лучшее. Вы это видео уже будете смотреть после Нового года, скорее всего. Так что
Всех с Новым годом. Хороших всем рыбалок. Счастья, здоровья вашим семьям и вам. Спасибо за то, что смотрите меня. Спасибо тем, кто подписался, оставляет комментарии. Спасибо вам всем, рыбаки и рыбачки, маньяки и маньячки. Ну а мы будем пока продолжать. Ребята, вроде как была поклевочка, не знаю, сошел, нет. Поставил самого большого ратлина. Не могу понять. Ах ты, сошел. Суёковский вот такой, силиконовый. Что-то небольшой. Пока включал, блин, как всегда. Камеру все сошло. Ну, это уже радует. Что-то небольшое было. Блин. Ветер. Ветер сильный. Давайте еще попробуем. Ну вот и все, ребята, наша рыбалочка закончилась предновогодняя. Два раза переставляли жерлицы. Вся рыба на месте, весь пескарь живой, не покусанный, ни одного подъема не было. У меня был один сход, у Сереги ни одной поклевки не было. Народ весь разошелся, мы уходим последний в этом году с этого водоема. Надеюсь, что в следующем году рыбалки у нас будут удачнее. И судак будет клевать лучше. Шестая или седьмая рыбалка, и все пустые, не попадаю на рыбу нифига никак. Всем пока, с наступившим вас Новым годом. Желаю вам счастья, добра, удачи. Всем пока, с вами был Рыбачок 36.